Тут как-то все помилее, чем на самом деле было. Да, Ксенофилию Славгот надо ему найти, потому что он знает про символ даров смерти. О, у меня теперь тут урон есть. Так, так, так. Я же могу тут теперь новые штуки делать. А, у меня палатка в другом месте, ну да. Точно. Вот она. Только что от нее отошел, блин. Так. Свет был здесь. Станет здесь. Ага. Дай мне свои деньги. Замечательно. Так, мне надо сумку тут, значит, сделать. С гномом я все еще не понимаю, что делать. Вообще не понимаю. Просто так он тут, что ли? На самом деле. Ладно. Сейчас тут еще одна трансгрессировалка будет, что ли? Чё? А, дятел, который срубит это дерево. Да, и трансгрессировалка сразу же появилась. Так, Ксенофилиус Лавгот разблокирован. Я могу с этим деревом еще что-нибудь сделать, еще сильнее его сломать? Нет, зато я могу урону по роже заклинанием дать. Так. Опять уровень, офигеть, мне тут подряд. Ну вообще, да, что тут еще делать? Все плохо.
Так, и какой там был смысл? А-а-а. Так, ладно, давай так сделаем. А, или нет, вначале можно все и разломать, походу. Или нельзя. Ладно. Вначале это сделаем. Так, еще один змей. Попади ты во что-нибудь уже. Он прям перед тобой находится. Серьезно, пчеле, но нужно мороженое, так я сразу Рона сделаю. Да ладно, это темная магия, ну блин. Обидно. Так, все, теперь это я не могу доломать, нет. Это могу что-то построить, походу, вот это... Дверную ручку. Да. Странно. Ох ты, урод. Похоже, не сейчас надо за них играть, а чуть-чуть пораньше. Так, понятно. Ой, попозже, в смысле, наоборот. Пораньше, блин. Сколько тут всего можно раздолбать? Ой, сейчас раздолбаем тогда все. А тут все? Да. Ломаем. Да ломай я сказал. Сколько он еще будет удалить? Они там не прольются мимо. Ух ты. Это, конечно, прикольно, но зачем? Типа ударная установка из всего вот этого. О, Палумна в фиолетовом пальто. Так, тут мне Артур Уизли вообще еще нужен, которого у меня, естественно, нет. Сколько тут еще вообще всего, что можно раздолбать? Так, а как мне починить, убрать вот это все говнецо на полу?
Так, а это у нас ручка будет еще одна. Гравитационную полу, походу, я пока не могу убрать. Это надо Артура Уизли, скорее всего, как раз таки. Ай. За них играть еще будем. Я это помню. Это прекрасно помню. Да. Бузинная палочка. Типа тоже как отдельная способность такая получается. Так, это лестница у нас тут. Это значит... Как-то все очень странно на самом деле выглядит. Так, а груши какие-то? Так, и попрыгулька тут. Птица, блин. Тебе даже вот этого мало? Какого удара? Ага. Призрачная невеста нужна. Этот знак так и не сломается, да? Так. Ага. Давай быстрее, уже быстрее. Ага. Что такое? А, тут надо этим быть снова. Так, и что теперь? А, мне надо типа успеть. Вот так вот, понятно все. Понятно, нужен третий брат с мантией-невидимкой. Игнотус, как раз, которого могила в Годриковой впадине и была. Ай.
Да блин, попади ты. Ой. А, я сдох, потому что эта хрень прям на меня покатилась. Эта птица непонятно нахрена тут вообще существующая. Так, вот это выглядит как что-то, что надо сделать. Типа надо на каком-то транспорте том или ином сделать. Обычно это так бывает. Ну, посмотрим. Так, ой, как она медленно ходит. Жесть. Почему? А, она в другую сторону просто начинает крутиться. Я думал, она вообще остановится. Ну вот. Понятно. Смерть собственной персоной здесь. Надо в нее кинуть тыкву. Или нет? Да блин, а как я до тыквы должен был добраться, если так вот все тут неприкольно? Да в смысле? Так нечестно. Или вот так вот надо делать? А, просто влево. Я пытался вперед и влево. Так. Да не... Вот. Так, опять ты... Давай, быстрее, 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 быстрее. Коробочки, значит, сделали мне. Тинк, тинк, тинк. Ну, скоро уже конец. Ты другая птица. Ты такая птица, какая была в саду. Тут надо, понятно, мантию. Наверное. А. Походу нет, походу надо было просто. Типа, в первый раз он убрал мост, и надо было его смотреть и просто пойти дальше, и все. А я тут напридумывал сложностей всяких сам для себя. Понятно все. Почему она не может летать? Она же призрак. Я слышу... Давай. Все. Пустите. Так, отлично. Ой. Ау! Понятно.
Беспалевно, беспалевно, беспалевно. Все, уходи. Ой. Яблочки тут. Эту хреновину тоже разламываем до конца. Да, я на Б нажимаю, можешь делать заклинание, которое надо. Почему не работает магнит? Не знаю. Просто не работает. И все. Весы, точнее не весы, а груз какой-то. Так, паучок. А чё он, а где он? А второй брат где? Да блин, пауки, блин. О. Да блин. О. Классно. Так, все, походу. Или еще не все. Походу все. Да, первых двух братьев смерть забрала, третий отдал мантию сыну. И такой типа, о, здорово. Погнали. Цвета постепенно возвращаются снова. Что очень длинный какой-то уровень, просто бесконечный. А, ну да, конечно, полумно там. Так я вам и поверил. Слишком много всего происходит. А тут надо зелье силы сделать. Почему нельзя вот эти... А, можно? Что-то можно было сделать? Так и непонятно, что именно. Так, это что такое? А. Придиры? Да, и косточка там же. Ага.
что это какая-то хреновина непонятная. А, понятно, вот это. Делайся. Ага. А, это как раз на третью штуку вводится. А, и клык. Да. Вот тут еще дельминатор есть. А откуда взять свет? А, сюда, понятно. А, стоп, где еще раз он был? Фигня, куда надо его поставить? Стоп, я только что его где-то видел. Стоп, что? У меня галлюцинации, что ли, уже? Или я ту хрень и видел? Неужели я реально настолько глупый, что я ту же самую штуковину и увидел? И мне показалось, что это другая. Ладно, что ж... Да нет же, нет, не это! Так, я могу вот эту штуку через... Нет. Ладно. Ага. Все, зелье готово. Другая анимация, прикольненько. Ага. Давай. Ага, ручка вторая. Так, отлично. Тянем. Так, ага. Ох, сколько тут всего. Оу. Кукла поломная, типа. Ага. Так, понятно, сюда надо свет сделать. Это что такое вообще непонятно? А, это золотые эти линии, которые по потолку. Так, что-то они не совсем по потолку. Что это такое? Я вообще ничего не понимаю, что тут происходит. Тиранская часть щита. А, еще одна кукла. Куда я там попадаю-то? Я не понимаю вообще, куда я попадаю тут. Это вниз надо? Нет. А, это вот сюда как раз вот. Ксенофилиус, блин. Да.
Все плохо. Отлично, уровень пройден. Так, и остался, по идее, всего один уровень в этом... в этой части игры. Ох. Так, ну что, давайте. Сейчас, интересно, он сразу начнется? Ну, наверное, не прям сразу, но, я думаю, очень скоро. Так. 100! Ровно половина всех кирпичей. Клёво.